Волна массовых протестов прокатилась по городам Европы в связи с планами Брюсселя заключить соглашение о свободной торговле США. Договор о трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве может появиться уже в следующем году. Акции прошли в Германии, Австрии, Финляндии, Бельгии и Швейцарии. В Лондоне демонстранты заняли площадь перед зданием парламента. Они развернули баннер со словами «Руки прочь от демократии». Европейцы не верят, что свободная торговля США будет способствовать экономическому росту ЕС. По их мнению, соглашение приведет лишь к расширению власти корпораций и росту безработицы. Переговоры между Евросоюзом и США ведутся в строжайшей тайне. Они скрывают от нас, что это соглашение будет стоить миллионы рабочих мест, разрушит систему здравоохранения, которую планируется приватизировать. И это разрушит основы нашей демократии. Жители ЕС опасаются, что из-за договора упадут европейские экологические стандарты, а рынок наводнят товары из США в ущерб местным производителям.